Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Жизнь после. Давайте продолжить. Я специально не стал забирать те миссии, чтобы, ну как, их заснять. Ну, я немножко приоткрыл карту. Просто поездил на мотоцикле, пострелял. Вот. Чтоб мне потом легче было возиться. Ну и концентрацию случайно раскачал. Полностью. Итак. Итак. Давайте мы поедем. Куда поедем? Так, тут все зараженное. Нет, давайте вот сюда. Миссию выполнять. Потом я уже. Если получится, то обеззаражу. Ладно, остальные сожгу потом, когда вернусь. Надеюсь, убил. Убил башку раз. Как-то что-то быстро есть. И не обернуться-то, не посмотреть. Охренеть. Ну-ка, сохраниться надо. Привет, как дела? Не понял. Это мне? Это я себя не чувствую здесь в безопасности, конечно. Ва! Вот это нам надо. На что-то сгодится. Конечно. Мы, блин, столько наподжигались этих. Конечно, нам это очень надо. Что у нас по топливу? 83, нормально. Все-таки не показалось. Эй, сколько намадов вы за сегодня убили? Ага, у вас на лбу написано. Ну, наконец-то. Так. Кажется, там кто-то был. Конечно. Эй, как дела? Есть. Так. Снайперы есть у вас? Возьму. Так, не ругайтесь, мне слышно вас, потому что у меня тут зомби, если вас услышат, они прибегут. Хорошо. Хорошо. Так. Можно он по верху пройтись, можно по низу пройтись. Правильно, я думаю. Ну да. Я по туда первые разы-то проходил. Пойдемте освободим этого человечка.
Кому-то нужна помощь. На помощь! Скорей! Ну что ты орешь? Мне нужна помощь! Держись, держись. Что ты орешь? Я иду. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Что? Что? Лагерь? Есть лагерь? Какой лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Да иди, иди. Куда тебя отправить? Ну давай, вот сюда. У Даймонд-Лейн есть лагерь ополчения. Спроси капитана Коури. О, спасибо, спасибо. Ну беги. Черт, я думал, у меня конец. Мне... Я бы сдох, понимаешь? Большое спасибо, я не... Спасибо, спасибо. Скажи им, Дикон, Дикон Сент-Джон. Смотри, чтобы тебя не заметили. Кстати, а где кевка-то моя? Ладно. Что у вас здесь еще есть? Ну, аптечка, бензин. Бензин, опять же. Понятно. Канистра. Там еще, по-моему, где-то было, нет? Сейчас заправим наш мотоцикл. Вот так. Готово. Посмотрим вот здесь. Кто-то был, нет? Даже не знаю, стоит ли мне теперь. Полковник, это капрал Сент-Джон. Я там, где в последний раз видели лейтенанта Норвуд. Здесь все серьезно укреплено. Вы точно хотите, чтобы я пошел в одиночку? Выполняй приказ, капрал. Конец связи. Говно вопрос. Есть, сэр! Твою мать! Так. Здесь вот орда обитала, да? Сейчас ее нет. Либо я сжег, хотя навряд ли, я думаю. Давайте, уроды, идите сюда. Кто-то еще есть? Там что-то есть. Конечно. Как ты? Блин. Давай, выходи. Он застрелил нашего. Все? Понятненько все с вами. Какой-нибудь манок бы еще вам закинуть бы туда. А то, когда освобождал одну, тоже заставил их... А в прошлом видео есть такое, заставил стрельнуть их, и к ним орда прибежала. Так.
байк ополчения. Это наверняка ее. Что, не будем разрушать ее. Перезарядить. Еще мне в глаза посвети. Я прям вижу, что там есть кто-то. Тихо. Попался. Так. Шестьдесят один процент. Так, что у нас? О, урон меньше. Зато прочность больше. Ну и из нее можно сделать, конечно, опять что-то там смастерить. Нет. Вот так на фонарике светит. Ты думаешь, я такой профан? Не, я в снайпере натренировался. Так что лейтенант, вы здесь? Там. Ага. Вот это нам очень надо. Так. Ищем, чем еще можно поживиться. Нам нужны горючие смеси, бутылки, тряпки. Что он там? Скипидар чуть не сказал. Держитесь! А я тебе байк хотел расстрелять, ты представляешь? Ага. Вот оно. Так, тут пока все хватает. Надо, короче, брать ихнее оружие и с ними же воевать ихним же оружием. Только так. Только так. Давай. Сейчас, секунду.
Ну что, как вы, лейтенант? В Сент-Джон. Боюсь даже представить, что Слава с Богу, делали. Я уже отчаялась. Толпой. Да? Один хороший друг сказал мне, никогда не отчаивайся. Потерял надежду, и все, считай, ты труп. Буду иметь это в виду, когда в следующий раз нарвусь на засаду. Ну, вы в порядке? Короче, лагерь зачищен, ваш байк цел. Сможете добраться самостоятельно, а? Да, доберусь. Спасибо, Сент-Джон. Не за что. Все, гоните быстрей. Наслаждайся жизнью. Так. Не теряй надежду. Защита слабых. Защита слабых, мне это нравится. Одну очку навыка. Все это потом. Так, на выходе-то, надеюсь, меня никто не ждет. А, как паркурчик. Ха! Перепрыгнул. До упора. О, уехала. Так. Раз мы вот здесь вот все сделали, сюда-сюда, мне по-любому надо вот сюда. Давайте окольными путями, чтобы время не тратить. Фу, пролетим. Господи, как один раз тоже на меня напали бандиты и начали стрелять, а в то время орда была внизу. Сожрали нахрен. Так, и заправиться надо будет. Починить, если есть такая возможность, и заправить. Дикон, капрал Сент-Джон, рад видеть. Подходи, так. Осмотрись. Вот так. А где мой байк? А, вот он. До встречи, капрал Сент-Джон. Эй, тебе сюда нельзя! Ой, да иди ты нахрен. Черт! Дорогуша. Лейтенант. А, я думал, нет, к жене. Эту хрень оставляй за порогом. Не-не-не, нет. Я про армейскую хрень. Ладно. Ты вроде вот это просил. Ну-ка. Да. Да, отлично. Эй, погоди секунду. На. Полистирол. Да, ну знаешь, пластиковые стаканчики, пакеты там, все такое. Ага, понял. Слушай, кстати, как пошло-то? Ну, на ура! С ведьмой нашей. То есть лейтенантом Уитакер? Я просил оставить эту хрень за порогом. Вы свободны, капрал. Свободны, идите. Ведьма. Хорошее прозвище. Чё ты, блин, обижаешься, кого-то дуешься, как маленький ребенок. Так. Надо вот сюда будет съездить. Ну ладно, это потом. Полковник Гаррет. О. Ну-ка, есть вообще работенка, нет? Только не на горе, чтоб ты был. А, во, на выходе. Недоступных миссий. Все понятно.
Переносимся тогда. Что нам сиськи мять? Кто-то что-то написал. Что пишут? Полковник, докладываю. Было непросто, но я ее вытащил, лейтенанта Норвуд. Да. Молодец, капрал. Я вышлю патруль навстречу. Это капрал Сент-Джон. Она сказала, Пропустите. Что обратно доберется сама. Я попозже свяжусь с вами, узнаю, как она. Отбой. Так. Дик, сколько лет служил? В армии, в смысле. Я не видела твою присягу, но солдата я узнаю за версту. Вот так. Понимаешь? 4 года. 10-я армия, Афганистан. Как я уже сказал полковнику. Капрал Сент-Джон. Капрал Сент-Джон. Что-то за... Локас? Да. Да. Ты откуда? Не могу узнать по акценту. Так слышно, да? Ну, родом я из Канады. Я был здесь в отпуске с семьей. Мы тут лагерь разбили к западу от Крейтер-Лейк. О, жена, подожди. Дети, мальчикам должно было исполниться. Заправил. О, Канада, да, далековато ты от дома. Не говори. Капрал Сент-Джон, пока, до встречи. Пока. Капитан, я нашел вашего Андерсона. Вы были правы, повязка была при нем. Он мертв? Ну, скажем так. Стая волков добралась до него раньше, чем я. Ну что ж, собаки, собачья смерть. Да, сэр. Спасибо, капрал. До связи. Так, мне кольцо как-то надо вернуть? Нет доступных работ. Сейчас только выйду за пару. Капрал Дикон Сент-Джон, рад видеть. Сержант! Иду к воротам. Итак. Куда мне? Вот давайте-ка вот здесь вот немного так проедусь, посмотрюсь. Посмотрю, что там есть. Но даже отсюда слышно орду. Дикон Сент-Джон вызывает капитана Коури. Сент-Джон вызывает Коури. Сент-Джон, я только что от полковника. Он перевел тебя в отдел исследований? Отдел исследований? Ну, можно и так это назвать. Я помогаю лейтенанту Уиверу и лейтенанту Уитакеру. Хорошо. Им помощь точно не помешает. Уж не знаю, много ли от меня им помощи. Я ж, по сути, так, на побегушках. Короче, я потому и вышел на связь. Лейтенант Уитакер сейчас дала мне заказ на дрожжи. Дрожжи? Секунду. Мы отправляем патрули за припасами. Когда они натыкаются на что-то потенциально полезное, они делают пометку. Да, вот. Дрожжи и пекарские ингредиенты отмечены на кухне в домике администрации в Крейтер-Лейк. Знаешь где? Порядок. Да, я найду. Удачи, капрал. Конец связи. Ну вот, по доброй традиции. Куда мне? О, вот сюда. Нормально. А все равно куда-то туда я хотел ехать. Полковник, прием. Хотел узнать, как там лейтенант Норвуд. Капрал, я только что прочел ее рапорт. В нем говорится, что ты уничтожил целый лагерь намадов в одиночку. Ну, не мог же я ее одну там броситься. Очень хорошо, капрал. Капитан Коури рекомендовал тебя к повышению, и я начинаю понимать, почему.
Сент-Джон. Уэй Тейлор вызывает Дикон. Так. Давайте-ка посмотрим, что за пещера, что там. Я слышу шум мотора. Только не говори, что ты поехал за этим наркокурьером. Ладно, ладно. Не скажу. Но есть. Тейлор, ты дождешься, что тебя грохнут? Да нет, нет, нет. Короче, я поехал за ними по трассе. По 97-й? Слушай, да ты не волнуйся, это ж был белый день, и погода хорошая. Я ни одного фрика не видел, но я обнаружил группу людей, и они... Это я не понял, ты что такой броневой у нас? Еще трофеи. Так, о чем была речь? Слушай, да ты не волнуйся, это ж был белый день, и погода хорошая. Я ни одного фрика не видел, но я обнаружил группу людей, и они засели на лыжной базе. Ты вот знал, что здесь есть лыжная база? Я не знал. Что? Понятия не имею, там все было. Тейлор. Там кайфовые условия. Если мне надоест тянуть лямку, я тоже туда подамся. О, черт, все, мне пора. Они тормозят у другого лагеря. Ха-ха, конец связи. Тейлор! Тейлор! Черт! Этот придурок тебя угробит. Есть. Что тут произошло? Осталось тут после них хоть что-нибудь стоящее. Давай, керосин бери, керосин мне ой как надо. Разгромили лагерь. Да потому что надо под землю уходить. Господи. Толку вот вас. Никакого. Куда-то я заехал на самый верх. Блин, здесь я не был, потому что эти какашки я бы разрушил. И внизу база еще не обозначена. Есть, нет, здесь интерес у меня к этой базе. Я тут был.
Может быть. Нет, не был. Не так уж трудно. Охренеть. Так. Что тут имеется? Блин. Пока еще никого и ничего, да, здесь? Нет, мне так не надо, вот так вот. Вот так. Берем. Вот так. Да, сейчас бы сожрали бы меня. Ты просто пошла не тем путем, кошка. Опа. Давай, всего лишь 500 метров проехать, не господи. Же мясо. Я в день прохожу. Какой в день? Я просто даже прохожу больше, чем это нахрен. 500 этих метров. За хлебушком больше хожу. О, там трамплинчик. А в низинке. А, это на побережье ехать, но я там уже прыгал. Понял. Или здесь я спускался. Ладно, не важно. Вот, смотрите. Место-то так-то освободил. Так и безопасно. А те, кто там вот были, куда вот сейчас еду, я так-то уже перебил. Если только новые поселились. Ну как перебил? Помог перебить. Вот, домик администрации. Мне сюда. Теперь найти бы только дрожжи. Кухня. Они должны быть на кухне. О, черт. Громилы. Ну, конечно, громилы. Не может же все быть так просто. Давай. Только мне-то туда не надо идти, громило. Давай, я уже был здесь. Или она открыта должна быть? Или я эту дверь не открывал?
Вот так. Потихонечку. Вот так. Блин. Где ты? Дрожжи. Ух ты, бутылка. С бутылками-то как мне повезло. Так, сменим болт. Все. Пол дела, можно сказать, сделано. Осталось только найти. Я так думаю, можно ехать на втором этаже. Сейчас встретятся. Твою мать. Давайте. Вот они бегут уже. Разъяренные. Смотрим шоу. Вот так. Одно захреначили. Иначе, блин, на стероидах. Оба. Все. А теперь надо найти дрожжи. Так, идем сначала вот в этот сарайчик. Не факт, конечно, что там дрожжи есть. Ну, посмотрим, что тут. А, это туалет. Откуда тут дрожжи? Хотя вот именно здесь их и надо искать. Смотри, керосин.
Они могут быть и в машине, правильно? И в автобусе. Хрен знает, где эти дрожжи. Он на втором этаже не могут быть. Волка, да, захреначили? Понятненько. Так. Хоть немножко в поиске-то помогите мне, блин. Того. Вот они. Блин, да я сразу бы взял вот это. Надеюсь, этого хватит. Так. Идем к мотоциклу. Вот здесь вот можно проехать и, конечно, посмотреть, что здесь есть, но нет. Все. Ой, боже. Вот так. С дрожжами. На, хочется на лень. Капрал Сен-Джон, да. Я добыл припасы, указанные в заявке. Дрожжи, их осталось мало. А, думаю, хватит. Много не требуется. А для чего? Грибы растить? Просто, ну, из интереса. Зачем нужны... Я сейчас очень занята, прошу прощения. Это мы потом обсудим. Конец связи. Ладно. Рад помочь. Ну давай. Да чтоб тебе. Ведьма. Мэм. Слушай, перестань, пожалуйста. Не понял? Я знаю, что все это странно, но ничего не могу поделать. Ну. Сама эту игру начала. Я жил в казарме бок о бок с кучей какого-то местного отребья, а у моей жены своя офицерская палатка. Не вижу ничего странного. Дико. Она со мной встречается только чтобы дать очередное поручение. Тоже ничего странного, мэм. Дрожжи, спасибо. А вы хотите что-то испечь? Если нужна духовка, нет, могу нет, достать. Нет, они нужны для создания вирусных белков, которые запускают синтез антител. Но, конечно же, это был сарказм. Хлеб, вирусные белки, мне без разницы. Стой, минуту. Вот. Что это? Спасибо. Вы уже говорили. За то, что остался. Да, мам. А нужна ли она тебе, раз она тебя предала? Задайся вопросом. Нет, нет. Вон там оставь. Спасибо.
Капрал Сен-Джон. Это доктор Хименес. Сен-Джон? Говори. Я на связи, док. Чем могу помочь? О, Сен-Джон, хорошо. Заскочи ко мне в лазарет. А что-то случилось? Вам что-то нужно? Нет, нет, ничего такого. Хочу осмотреть твою руку. Руку? С рукой все в порядке, док. Такой ожог от печки. Это тебе не шутки. Хочешь инфекцию подхватить? Зайди на осмотр, это приказ. Ладно, ладно, док, как скажете. Конец связи. Так. Дик, капрал при исполнении. Ну и только не надо мне наверх, да? Вот. Эй, смотри. Заходи, синтесы. Садись. Садись. Угу. Посмотрим. Ну, рассказывай, из какого ты клуба. Я не понимаю, о чем вы. Номиментос. Капрал. Я 20 лет в Лос-Анджелесе штопал Бандас де Мотористас и прочих бандьеру. И это ты не оладушки жарил. Ну. Что сказать-то? Ладно, рану не трогай. Сама заживет. Но шрам будет. Обязательно зайди ко мне еще через пару дней. Слушаюсь. Вот странно. Когда все началось, то кварталы, которые были на ножах, дрались плечом к плечу. Вместе. Латиносы, белые азиаты, кровники. Поразительно. Да, общий враг. Чтобы сплотились, нам нужна катастрофа. По-другому не могем. Спасибо, док. Давай, надеюсь, ты мне действительно желаешь выздороветься. От души, а не как это. Американская политика, нахрен. Сен-Джон, выходи на связь. Это Тейлор. Говори. Тейлор, давно тебя не было слышно. Я уж даже опасался, что ты все-таки нашел, кого искал. О, я нашел. Считай, к самой двери подобрался. Слушай, нужна твоя помощь. Я в маленьком лагере к югу от Крейтер Лейк, рядом с Саут Рим Драйв. Тейлор, короче, я не знаю, что ты делаешь, но тебе... О, черт, нет, 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 отвали! Пустите меня, пустите! Тейлор, Тейлор, да ё-моё! Вот так. Сент-Джон вызывает лейтенанта Уитакера. Минуту, переключаюсь на частный канал. Дикон, слышишь? Да. В общем, я прочитал твою заявку, там сказано, тебе нужен силикагель? Да, использую как сорбент в колоночном хроматографе. А в колоночном чем? Ну, это единственная часть моей работы, в которой есть какие-то подвижки. Так где взять этот силикагель? Мечты, мечты. Ой, я, кажется, забыла написать. На юго-западе, рядом с Мазама Виллидж, есть маленький хозяйственный магазин, там может быть силикагель. Хорошо, понял. Спасибо. Извини, забыла. Выполняйте, капрал. Есть, мэм. Лейтенант. Конец связи. Ну, давай. Силикагель. Это что за херня-то вообще? Мы карту и так собирались смотреть. Взять пакет силикагеля. Давай. Чтоб нам не ехать так долго и муторно. Так. Сен-Джон, говорит капитан Коури, прием. Да, капитан, слушаю. Говори. По информации, каждый день на закате полковник выступает с речью. На помосте, где вы давали присягу. Ну и? Да, сэр. Это неформальное мероприятие, но военнослужащие должны его посещать. Вас понял, сэр.
Вроде бы мне сюда. Ну, поищем этот силикагель. Ну, как же вы туда пробрались-то? Ага. Так. Все заколочено. Надо найти лазейку. Надо найти через верх. Вон. Так. Может, здесь? Конечно, вроде здесь. Здесь можно забраться. Через эту дыру, что ли? Ага. Семейный магазинчик. Ну и где тут искать силикагель? Давай, а что у нас тут есть? Нет, тут нет. Еще и бензин. Какая прелесть. Вот сюда надо куда-нибудь пройти. Силикагель. Так, он должен быть где-то здесь. Взял метла кто-то, грабли какие-то. А я еще тогда смотрел, как машина была переначена. Только не знал, как, конечно, подойти. Но... Есть. Вечно так. Я паркуюсь, как хочу. Вот он, силикагель. То, что надо. Ага. А теперь надо только выбраться. Тихо. Ходишь, жужжишь здесь. Теперь знаю, что и внутри еще есть. Заправляй. Надо. Ну вот, порядок. Так. Ага. Что ж, ладно. Давай-ка покатаемся тогда. Сара, ты на связи? Я достал тебе силикагель. Капрал Сент-Джон, слышу вас. Я на совещании с лейтенантом Уивером. Капрал Сент-Джон, а когда за мои заявки возьметесь? Не знаю. Я... Уивер! Капрал, вернетесь на остров, доложитесь мне. Конец. Да, сезон. Без проблем. Уивер, козлина, чё он вокруг нее вертится? Сент-Джон, говорит капитан Коури, прием. Да, капитан. Слушай. Она позволяет. Для информации. На. Каждый день на закате полковник выступает с речью на помосте, где вы давали присягу. Да, сэр. Это неформальное мероприятие, но военнослужащие должны его посещать. Вас понял, сэр. Конец связи. Прекрасно. Командир, который любит поболтать. Жду не дождусь. Конечно. Док, вы на связи? Капрал Сент-Джон вызывает дока Хименеса. Прием. А, Сент-Джон, как рука? Нормально. Эта мазь, которую вы мне дали, прям отлично действует. Ну, это уж мне судить. Я просто хотел у вас спросить,
Насколько хорошо вы знаете лейтенанта Уивера? Лейтенанта Уивера? Ну, как всех офицеров. А что? Да нет, ничего, просто я выполняю поручения от него и от лейтенанта Уитакера. И, короче, он как-то все время, не знаю, он все время к ней пристает, и меня это выбешивает. Лейтенант Уитакер сама разберется. Взаимные подколки среди офицеров – обычное дело. Даже полковник закрывает на это глаза. На твоем месте я бы не лез в их дела. Ладно, док. И насчет лейтенанта Уивера не волнуйся. Он не святой, но я видал людей похуже. Конец связи. Дикон, ты слышишь? Дикон? Слышу. Нам многое надо обсудить. Да, когда я хотел поговорить... Это частный канал. Дик. Хорошо. Просто, чтобы ты знал, я правда признательна тебе за то, что ты остался. Я знаю, для тебя это все непросто. Очень непросто. Здесь и... Ну, а куда еще мне податься? Тем более, если я уеду, они отберут у меня этот клевый кипарик, а я с ним как-то уже прям сроднился. Ну, конечно. Ладно, мне надо идти работать. Эти дрожжи уже разрослись на полдесятка чашек Петри. А, прибереги там и для меня протеинов, а то я нагулял аппетит. Непременно. Конец связи. Так. Фонарь-то мне пока не нужен. Капрал Рассел вызывает капитана Коури. Прием! Отступаем, придурки! Быстрей! Вы слышали приказ? Отступаем! Отступаем! Рассел, докладывай. Сэр, мы пошли за припасами, но по пути в Чемулт наткнулись на орду невероятных размеров. Вау! Давайте быстрее! Шевелитесь! Капрал дал приказ! Капрал, слушай внимательно. Уводи бойцов. Мы не готовы вступить в бой, ты понял? Да, сэр. Меня уговаривать не надо. Конец связи. Быстрее, уходим! Мы отступаем! Бегом, бегом! Давай. Капрал Сент-Джон, слышишь? Ты мне срочно нужен. Жду, как только сможешь. Полковник? Да, конечно, сэр. Отбой. Блин, ну ты орешь. Сейчас мы будем их уничтожать. Не вижу. Чего это тут бегать, сыпутить? Мимо. Блин, мимо вообще. Есть. Давай. Оп. Вау. Это я еще не подобрался.
Так. Где ты, тварь? Подъехал. Ну, парень, поговори с нами. Скажешь, где ваш лагерь? Может, будешь жить. Пошел ты. Вали его! По-моему, он нас не слышит. Тебе кана! Надо уже с этим что-то делать! Сучара, тебе кана! Да и скажу я вам, нихера! Ой! А так слышно! Ау! Убрать его отсюда! Ладно, поживой пока будет. Ну что? Может, сдадим его в тот армейский лагерь? Кредитов дадут! Твою мать! Вот так вот ухо отрезали. Я иду, Тейлор. Держись. Что-то я не понял, что ты вдруг упал-то? Что или нет? Ну, смотрим теперь. Черт, да где же он? Да вот он я. Меня же ищешь. Хреново ищешь. Вот так вот всех нечаянно перебью. Так. Ладно. Я так и не понял, почему ты там спрыгнул нахрен. Черт! Открываем. Не так уж трудно. Я его убью. Убью. Не надо. Нет. Нет. Я не могу. Бросай оружие. Пожалуйста, быстро. Не дай ему. Делай, что я... Тейлор! Черт! Так. Мне надо быстренько его убить, значит. Так. Он ранен.
Все, наверное, да? Блин, в жизни бы так тоже бы хреначить. На, в голову. Последний. Теперь надо найти вход. Стоит там. Башни свои крутят. Так. Что у нас здесь? Керосин. Так вот, нормально. Как ты, Тейлор? О, честно скажу, бывали у меня дни получше. Господи. Так, слушай меня. На, возьми. Прижми к голове покрепче. Теперь жди здесь. Я свяжусь с капитаном Коури, он кого-нибудь за тобой пришлет, ясно? Ладно, да как скажешь. Это ты молодец, как я скажу. В том-то и дело. А не так, как тебе хочется. Капитан Коури, говорит капрал Сент-Джон, прием. Коури на связи. Я лейтенант Уитакер, а тебе узнавал. Капрал, я сказала капитану Коури, что ваша помощь для меня. Ну, спасибо. Я рад, но я не для этого вышел на связь. Капитан, я обнаружил лагерь мародеров рядом с Саут Рим Драйв. Мародеры? Так близко от нас? Короче, это уже не важно. Я с ними разделался. Но тут раненый рядовой Тейлор. Эти суки ему ухо отрезали. В каком он состоянии? Рядовой Тейлор? А как он там оказался? Он, ну, жить будет. Я не знаю, как он тут оказался. Пришлите сюда Дока, капитана Хименеса. И бойцов пусть заберут его. Я скину координаты. Хорошо, я сейчас сообщу. Конец связи. Так. И вот кричать вообще не должна. Еще не хватало тебя. Так. Вот так. Вот и бензина. И хватает. Ну-ка, вот сюда сначала. Все верно. А теперь у меня вопрос, как я сюда вообще бы залез? С той стороны, что ли? Еще один участок Неро. Может, в передвижном медпункте что-нибудь найдется? На! На! На!
Твою мать. Итак, 31% остался. Тебя чинить я не собираюсь. Ну давай вот скроем. У нас где топливо-то? Не идет. Понятно. Идем, идем. Спокойно. Я надеюсь, она не работает. Ладно. Вот так, ходи прямо, что ты сгорбился весь. Пусть они там пока будут. Поэтому шуметь-то и не надо. Фырка. Давай. Ну вот, порядок. Порядок. Где ты? Так. Рюкает, блин, где-то. Так, у нас там оборвано. Надеюсь, оборвал. Вот так.
Ну, думаю, можно запускать. Пойдем. Опа. Ура, зеленый свет. Зеленый — это хорошо. Ну ладно. Что у нас? Еще один инъектор. Давай. Хорошо. Что нам? Жизнь, сила, здоровье. Давай, здоровье. Это... вместо прививки от гриппа. Микрорегистратор, здрасте. Все ломится и ломится. Им сюда не пролезть. Никак. Черт! Генератор! Топливо кончилось! Мы остались без электричества! Черт! Успокойся, не поднимай. Мы живем. Двери. Мы задействовали аварийную блокировку. Мы не сможем их открыть! Что нам делать? Не знаю. Снимай штаны, добегать. Я первый. Сначала меня. Дебил. Не могу. Господи, помоги. Как бухарь говорит, койка зовет. Господи, помоги. Эх, одолели меня эти враги. Николай Угодник, защити. Эх, до канале черти, мать их, Йети. Можно снова в бой. Конечно. Никто не съел. Дверь открыта. Где-то я еще туда потом... Это потом уж съезжу. Или ты орешь? Так. Кусочек вот этот объехали, ну ладно. Потом там посмотрим, что там. Тут-то как-то можно проехать. Прямо на них двигаюсь. Дейлон, ты как, ничего? Говорю, бывало и лучше. Слушай, на гнезда уже вроде не идет. А нет, 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 идет. Ладно, к тебе уже едут. Ты подожди только. Хочешь, я вернусь, посижу с тобой? Нет, нет, еще чего. Ну как-то я маленько понять не могу. Не надо. Короче, я и так чувствую себя как папа. Все нормально, нормально, правда. Я потом зайду в лазарет, проведаю тебя. Видел я этот лазарет. Там хорошо. Совсем не то, что здесь. Это уж точно. И да, я его тоже видел. Ты только смотри, Дока особо не доставай. Понял? Конец связи. Док. Доктор хороший. Врач. А я и не знал. Так. Ладно. Вот она. Недалеко. Твою мать. Гребаные анархисты. И здесь они побывали.
пирамидки свои строят, нахуй. Так. Фу, я чую гнездо. Оно где-то здесь. Так вот. Ну так-то до хрена было. Ладно, не бугай, выскочил. Так, а где пепел? Не понял. Вы что, меня пепла лишили? А, вот он, вот он, вот он. Максимум, подожди. Вот так. Все. Перезаряжаем. Вот еще одну дорогу освободили. Так. Вот с этой стороны заедем. Блин, там дорога есть. Всего остального нету. Ладно, давайте посмотрим. Может, там где-то подняться можно. Блин, испугался. Примерно слышал, по-моему, звук как бы. Только медведь меня не догонит. Так, я как понимаю, это потом по сюжету тогда будет. Снимаем точку. Потом как-нибудь в другой раз. А, подожди, вот это-то у меня как-то надо попасть. Блин, что-то я не понимаю, как туда попадать. Я же не бугай, выламывать-то не умею. Так. Понимаю.
Прямо пипец огороженный участок. Ладно. Если я туда попасть не могу. А поехали тогда вот сюда. Так, эту-то карту, эту метку сними. Вот так. Какого-то по туда же я проехал. Так, ну вот. Беру. Так, 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 так. Поехали, прокатимся. Так. И как вас понимать? Один, что ли, был? Что, реально один был? Керосинку берем, конечно. Что такое? Нет, открывай. Нет, 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 вот открывай. Смотрим, что у тебя там. Ну вот. Что ты не берешь? И этот тут один. Странно все это. Все вы тут странные.
Ни хрена не видно. Гнездо было. Садимся. Не факт, кстати, что они далеко ушли-то. Вон оно что, Михалыч. Ну давай. Мощей-то у меня хватит. Я не зря упал еще. Смотрите. Еще один микрорегистратор. Да. А что здесь? Инъектор? Крутые узоры штуки. Заметка номер 1005. Собираем данные в секторе 812. Это мост на 97-й трассе. Каждый раз прорывали датчик движения 800 три дня назад. С тех пор через сектор прошло еще 8000 Homo sapiens mutans tuba. Вот это орда. Ты знаешь, сколько людей жило в Калифорнии до того, как все случилось? Без понятия. 39,25 миллиона. Предположим, половина населения погибла либо от вируса, либо от рук других участливых людей после. Значит, остается еще сколько? Порядка 20 миллионов Homo sapiens mutans. Я не понимаю, это вы к чему? Я к тому, что 10 тысяч – это капля в море. Прежде чем все кончится, мы увидим десятки тысяч, сотни тысяч. Я думал, смогу забраться. Нет, видимо, край карты. Они будут шествовать по этой трассе, как толпа пингвинов-людоедов, идущих кровавой тропой к морю. Сэр. Пингвинов-людоедов. Чем пингвины людоеды? Железный Майк был прав. К нам до сих пор ломятся туристы из Калифорнии. Только они голоднее и не такие разборчивые в еде. Давай, кто там? Так, тут у нас что? У нас что, керосина теперь для хренища? Ну, действительно, смотрите-ка. Да твою мать! Ты тоже с болота давай уходи быстрее.
Ладно. На. Где у меня мотоцикл? Охренеть. С этим гнездом все. Пойдем, вернемся. Керосин возьмем. Показалось, блин, бугай стоит. Какой-то гребаный камень просто. Ага. Он еще что-то сторчит. Ну что, может, поди в сторону дома двинем. Хотя вот осталось-то немного. Ну давайте вот так вот. Как проложим путь. Еще одно готово. Так и поедем, как раз там разведаем. Мне заправиться надо. Гнездо. Фух. Должно быть где-то здесь. Бля. Чую по запаху, гнездо где-то рядом. Еще одно гнездо. Зажжем его. Еще одно. Еще одно. Давай. Раз. Два. Все. За раз сжег. Ага. Нифига. Если топливо найдем, то и здесь останемся. Так, вон какой-то домик есть. О, где эти кукурузы? Сельхозтехника. Ну-ка, давай-ка.
Что у нас здесь? О, так мы никуда не едем. То есть мы едем? Господи, какая тут помойка. Вот так. Давай. Все, сейчас можно будет открывать и открывать карту. Порядок. Так, идем. Калаш. Так, тут орда обитает. Это для меня специально оставили. Как мило с их стороны. Телевизор. Телевизор мы смотреть не будем. Собачья игрушка. Это бухали, что ли? Или это для приманки какой-то? Блин. Тряпок, вон рви тряпок сколько угодно нах. Спускаемся. Хороший дом. С верандой даже. Оп, на велосипеде нет. Ну-ка давай. Проедемся. Уберем вот эту небольшую туманность. Понятно, там бережок. Поехали то дальше исследовать. Надо открыть немного побольше, чтобы можно было знать, где ты есть. Так, мы вот здесь вот закончили. А туда не ездили, да? Чем-то похожий лагерь. Или это тот же самый? Это тот же самый лагерь. Понятно. Охренеть. Вот заплутал-то я, так заплутал. Сколько засад вы устроили на этой неделе? Где? Вот. Блять, вылез, сука, водяной. Давай.
Так, фары-то выключи. Так. Ой, а мне и не надо. Мне сохраниться надо. Все, сейчас мы пойдем. Иначе. Я с другой стороны зашел. Надо зачистить лагерь. Жалкие воры и убийцы. Никто не должен уйти. Вот так. Что, понравилось? Теперь дело за остальными. Вот так. Бугая на вас нету. Они веселятся. Кто это был? Любите бить в спину, да? А когда вас бьют, нравится? У этих танцев так и не прекращаются. Ё-моё. А я что, не могу посюда, ни покуда? Только потуда? Один вход? Блин. Что за отношение к людям? Так. Там вроде никого нет, блин, аж выглядываю. Вроде не было. Надо зомбиков вам запустить бы нахрен. Для начала. Давай. Ко мне, надеюсь, не подойдешь. Реально один вход.
Так, а какие у меня еще есть зажигательный болт? Не знаю. Да, конечно. А вы-то мне нужны? Вот и все. Что с потерями? Мы как? Клянусь. Я что-то... Вон еще одна сволочь. Но все, не уйдешь. В кустах, что ли, сидит? А, проверить кусты. Ни хрена не видно. Чертовы кусты. Найти его! В кустах! В кустах, что ли, сидит? Что это было? Он ранен! Вот так. Есть. Огонь. А смысл? Да. Не высунуться! Гадина, сейчас добьем. Ну еще кого-то сопротивляется, смотри-ка. Так, у тебя где-то тут топорик был, нет? А, никак не поменять, да? И это все, что вы можете? Ну да, ожидаемо. Ну, конечно. В следующий раз дважды подумаете, прежде чем на кого-то напасть. А, у таких ребят наверняка должно быть подземное убежище. Так, значит, я, получается, всех перебил. Пойдем смотреть, что у них есть. Так, на болото я туда не пойду, за этим трупаком, за фриком. Неплохо, неплохо я расчистил. Так. Что там? Фонариком. Думал, для колки дров топорик может он.
давай поменяем. Что вот из тебя сделать-то? Я как понимаю, они идут, да? А, так надо сделать. Это рессора нахрен получилось. Ладно, посмотрим, что. Бредятина какая-то. Нахрен рессора. Так. Лом, хорошо. Ой, хорошо-то, отлично. Это отлично. Так. Смотрим. Вот этого пенька завалил. Нет. Где у вас подземный бункер? Люк, ага, вот он. Открывай. Ага. Сюда. Карта. Они тут все подробно разметили. Разрывной болт. Где ж ты раньше был-то? Да, это мне пригодится. Вот так вот. Ну что ж, я думаю, на этом все. Давайте будем закругляться. Ну ладно. Попутешествовали, и хватит. Пару заданий сделали. Спасли человека вот. Сделали доброе дело. Ну все, сейчас пролезу, карту открою и продолжим выполнять миссии. Пока. Вылазь на свет Божий.